Здорово всем, ну чё, давайте-ка расскажу вам про игрушечку Stonefly, сделаю, так сказать, свой обзор. Это Steam описание, народ. Обуздайте ветер и парите среди дикой природы в Stonefly. В спокойной и расслабляющей игре в жанре приключенческого экшена, о самопознании, наследии и чувстве принадлежности. Передвигайтесь на своем транспорте среди красивой флоры и опасной фауны. В данном мире. А теперь реально, что есть в игре? Ну, есть возможность алгоритм кстати корабля. Сбор ресурсов и война с жуками путем их оглушения и скидывания вниз. Какая к черту тут красивая, блин, фауна? Точнее, флора красивая. Опасная фауна? Я даже не знаю, что сказать по поводу этой фауны. Я флору фауну путаю, кстати говоря, извиняюсь. И в чем эта расслабляющая игра? Я так и не понял. Мы летаем на какой-то хренотени с точки на точку. Собираем ресурсы, иногда оглушая и скидывая жуков с веток, листьев. На неком подобии арены, как правило. Вот, видишь, это у нас подобие арены. Она даже ограничена. Цена этой игре, ну, максимум рублей 100. Ну, никак не 435. Можете установить демо, посмотреть, если еще демо осталось этого куска не знаю чего. Я не знаю, честно говоря. Это максимальная графика. Где тут красивая флора? Я вот до сих пор понять не могу. Я вот свое видео вот это пересматривал 3 раза. Я до сих пор въехать не могу. Что тут такого красивого? Они красивых игр не видели. Вот. Красивая флора, кстати, кому интересно. Вот единственная игра, которая мне запомнилась именно красивой флорой, это Forest. Вот зайдите, она, как правило, со скидкой продается. Вот можно в нее поиграть. Она идет на многих компах. Нетребовательная. Вот там красиво. Всем удачи. Всем пока.